И всем привет! Мы вернулись в игру. Ну что ж, я тут немножко построился. Немножко. Но, блин, что-то здесь не получается ничего пока что. Еды нет здесь, на этой стороне. Так что получается ерунда. Леса тут нет пока что. Стройматериала практически нет. Может быть, дискрот надо поставить. Попробовать. Или вот здесь. По идее, должен работать этот склад. Так, значит, и сделаем. Влепим сейчас сюда склад. С бревнами. О! Как раз его хватит. Там, ну, сюда надо пару человек прислать. Либо... Ага, ускоримся. Либо сейчас кто-то прибежит. А, он бежит уже. Соседнего. Во. Так, сюда надо кинуть пару бобров. О, отлично. Переселим пока. Здесь воды нету, к сожалению. Надо строить. А что тут построишь, блин? Насосную станцию надо строить вот здесь. О, как-то так. Но сюда нужны люди. Воды здесь нету, придется их постоянно сюда пригонять и отгонять, выгонять отсюда. Но уже надо будет ночью. В смысле, с самого утра сюда кинуть. Как они покушают, попьют воды. Бобрики. Тут у нас, блин, вот здесь сюда дамбу сделал. Теперь лажа. Кусок этого поля высох. И здесь, кстати, высохло. Блин, лажечка такая вот получилась. Можно, конечно, здесь убрать кубик. Если это вообще получится. Уничтожить. И сделать шлюз там. Но пока будет делаться шлюз, блин, тут все утонет. Хотя можно и попробовать. В принципе, это с утра. Так, ну-ка. В смысле нельзя? А почему нельзя? Алло. Говорит, нельзя. Ну, нельзя так нельзя, блин. Придется что-то по-другому делать. Гуляй. Так, у нас тут вроде бы что-то было, типа насоса какого-то. Который может перекачивать воду. Вот он, да? Не хватает очков, говоришь? Сколько тебе надо-то? 5000? А у меня только 1300. Блин, рано. Рано я удалил то, что было. Вот, блин. Ладно, вернем. Где это было? Здесь? Вот здесь, наверное, да? Так, нет. Во. Даже 3 сделаем. И дорогу еще. До каждого. Вот так вот. Пускай строят. Так, блин, я уже опять прозевал время. Хотя, может быть, еще успеем. Давай-ка переселим сюда. Так, это делается не так. Надо отсюда туда переселять или наоборот. Мне дайте, пожалуйста, 2. А лучше 3. Нет, лучше 2, потому что 3 там один только домик. Ну что такое? Отменить как? Ага. Переселились? Ага. И... Так, надо ему сделать зону, которую вырезать деревья. Давай-ка. Все, что можешь, все выгрызай. Ну-ка, как далеко достаешь? А, ну то практически я все, кроме вот этих 2 деревьев. Давай, грызи. Чудо. В перьях. О,
Красавчик, потащил куда-то. А лестницу делаем, давай. Правда, досок нету. Вот в чем весь прикол. Интересно, можно со склада в склад перекидывать как-то доски там, не знаю. Где здесь доски? Доски, дайте мне сюда полтинник хотя бы. Можно так? Фиг его знает, как это сделать. Тут главное знать, что никого нельзя. В смысле, рабочего тут нет. Так, все-таки надо было троих брать, потому что ягоды некому собирать, им кушать нечего. Это факт. Ну ничего, сейчас этих выгоним с утра. Или они все еще могут... Ну, пока вроде есть, не надо. Возможно, тут ягоды еще остались. Нет запасов, а здесь что-то есть? Нету. Ну, не знаю, пока они ни с голоду не умирают. Значка... А, вот, все, началось. Все, давайте. Не, давай срежь еще одно дерево. Раз уже начал. О, молодец. Все, и беги. Бегите обратно. Бегите, ешьте, пейте. Потому что этот район пока что... Хотя вот он, пожалуйста, рядом. Вот рядом склад. Приди, возьми. Нет. Это уже другой район. Это так не работает. Так, надо здесь завод сделать по производству досок. Но чтобы его построить, надо уже доски иметь, да, по-моему, если ничего не ошибаюсь. А вообще-то нет. Лесопилка нам нужна. Мельница нужна. Блин, где ее поставить-то? Вот здесь вот. И колесо надо сделать. Ручное. Придется много бобров сюда гонять. Ну что сделаешь? Во. Будем так загонять, выгонять, загонять, выгонять, пока мы не доберемся вот сюда. И здесь мы построим... Так, во-первых, здесь надо построить еще научные. Тут у нас тут места много. Где тут у нас наука? Вот это. Вот это энергия. Металл, вот наука. Так, обсерватория, говоришь, что там для нее надо энергия? Пока обойдемся без энергии. Еще две обсерватории надо замутить. Они только из бревен делаются, отлично. Так, а это? Тут тоже только бревна. И здесь только бревна, отлично. Было бы странно, если бы для производства завода, который делает доски, нужны были уже изначально доски. Так, а что это мы без воды, в смысле? Чего, вода кончилась? Ах ты ж, ё-моё. Шлюз. Открою. Алло. Воды не хватает, что ли? Я не на тот шлюз, что ли, навелся? Да, вроде на тот. Да ё-моё, воды нет. Вода есть. В смысле, тут-то она есть. Тут все высохло. А, отлично. Прямо тютелька в тютельку, можно так сказать. Давай-ка наполовиночку откроем, прикроем вот так вот на 0,5, во. Так, пейте, пейте, ребятки, бегите, там уже воду начали качать. Должны были начать, но походу сейчас бобры кучу помрут. Ну да, не страшно, уже не один раз так это мы переживали все дело. Ничего страшного, здесь почему-то никто ни хрена не делает. Алло. Ну ладно. А, потому что они сначала сюда бегают, носят. Все логично. Так, вода пошла, а это не может не радовать. Напор здесь довольно-таки сильный. Из-за того, что он узкий, толщина воды большая. Ну тут шире, тут уже чуть-чуть.
местами. Напор прям капитальный. Мне бы здесь водонапорную башню построить, но, блин, как на эту сторону перебраться? В смысле, эту вот водокачку. Так, говоришь, колесо построено, но никого нет. Здесь всего только один домик. Надо еще домики строить. Вот здесь можно домики построить. Хотя нет, там плодородная почва. Лучше домик где-то заткнуть вот здесь. Пока простенький. Ну чего там? Еще никто не умер? Так, умирает от жажды, но я уже думаю, никто больше не будет умирать от жажды. По идее. Потому что все бегают пить воды. Ну, почти всех. Кому повезет, тот попьет. Не, нормально. Вроде попили, еды у них в достатке. Так что все хорошо. Эти бревна я пока не трогаю. Хотя можно было здесь засеять на самом деле картошку все. По сути, нам эти деревья уже нафиг не нужны. У нас этих деревьев целая куча. Собственно говоря. Возможно, я сейчас так и сделаю. Так, у нас здесь картофель растет. Здесь подсолнух. Можно картофелем все засадить. Чего бы, собственно говоря, нет. Не, но сначала... Сначала надо открыть вакансию сюда. Вот, и поставить ему, чтобы он все это дело выкорчевал. А что, красным горит? А. Все нормально. О, а, вот еще. Ну, это ладно. Где бобрик? Бобрик. Ты где? Ты как бы уже назначен, но я тебе не... А, вот прибежал. Так, это вот уровень воды, по которой показывает. Ну, бесполезная вещь. Просто так сделаю, чтобы было. Так, здесь пока... Пока что никто ничего не делает почему-то. Наверное, сюда уже не дотягиваются. Хотя дорога есть. Скорее всего, что уже не дотягиваются. Ладно, с утра переселим сюда людей. Человека три, думаю. В смысле, бобра. Ягоды я здесь отменил. Потому что в комментариях написано, что они ягоды не едят. Но я смотрю, в смысле ничего нет. А, потому что это не ту область выбрал. Во. Вот, ягод у них много, но они все время уменьшаются. Я не предпочитаю, конечно, другую. Я видел, что подъедают ягодки. Хотя нет. Как было? 895-800. 895, так и осталось. Ну, фиг его знает. Да, предпочитают они, конечно, не ягоды. Совсем даже не ягоды. Так, можно уже им поставить. Можно уже поставить им картофель. Или еще немного подсолнуха, еще чуть-чуть картофеля. Сейчас посмотрим. Так. Картошечку посадим. Пока все, что можно посадить. Так, теперь вопрос, куда вы достаете? Ага, лишние. Лишние, блин. Вот это вот. Сюда они уже не достанут. Так, давайте, садите. Бобрик носит бревна, это хорошо. Пускай носит. О, кстати говоря, здесь вот тоже не мешало бы срезать вот эту всю хрень. Засохшие деревья. Здесь бы не мешало тоже плотину на самом деле построить. Вот такую вот, например, как-то вот так вот. Кстати. Кстати. Почему бы, собственно говоря, и нет? Поскольку сейчас ничего такого особо не строится. Совсем. То мы можем. Так, здесь дороги нет, да? Тогда давай. Хотя, может, они как-то достанут?
А ну, сейчас проверим. Дорогу мы сейчас им протянем, тут не проблема. Так, утро. Сейчас они должны пойти поесть, попить. Кто пошел отдыхать? Так, все, стоп. Мне надо на ту сторону. Два человека. Нет, три. Трое надо. Вперед. Тут есть вакансия? Есть, давайте. Иди ягоды собирай. Ты строй, красавчик. Пока за день. Так, а здесь что? О, ты смотри, они уже и построили. Все, продолжаем. Насколько себе кусок это отвоюем? Вот такое, я думаю. Вот, а тут можно так делать. Так даже проще. Гениально. Так, стоп, гениально. Воду надо оставить открытую. Ой, блин, чуть я натупил. Сейчас тут затопим все. Не-не-не-не-не-не-не. Так не годится. Вот это надо убрать. Ой, блин, сначала дорогу надо. Чуть я натупил. Конкретно. Ну, блин, не то выбираешь. Вот это вот, во. Так, угол это для начала уберем. Совсем. Посмотрим, что будет. Не будет, если будет топить, еще срежем кусок. Ну, я имею в виду, вот здесь, если будут затапливать, если вода не будет успевать уходить. Можно шлюзы... Не, шлюзы... Можем шлюзы поставить. Кстати говоря. Почему бы, собственно говоря, и нет. Блин, зря вот этот квадратик убрал. Верни его обратно. Чё-то мне кажется, что он там... Вот. А сюда? Вот сюда сейчас шлюз поставим. Вот шлюзик. Шлюзик. Не, ну два явно мало будет. Два явно мало будет. Еще шлюз давайте. Так, мы здесь то же самое сделаем. Пока 4, я думаю, этого все равно мало будет, но посмотрим. Всегда можно разрушить быстро базу. В смысле, быстро эту. Вот так вот. Строим, ребятки, не скучаем. Что там делают эти студенты? Да тут уже все готово, как говорится. Значит, завтра моих они уже хотят пить. А чуть ты вдруг пришел уже сюда без воды? Вася. Блин, надо их отправлять отсюда. К сожалению. Так, перемещаем их. Опять троечку убираем. Завтра надо будет их побольше переселить сюда. Причем реально побольше. Так, тут уже все дерево практически съели. Блин. Можем, конечно, построить. Ладно, сейчас посмотрим. Здесь у нас здесь нет просто сухой, в смысле, тут одна сухая земля. Вот в чем весь прикол. Вот сюда бесит добраться. Вот это можно было бы еще забрать. Но, к сожалению, пока нет такой возможности. Так, тут что-то это, затормозилось как-то. Развитие. Так, и назначаем потихонечку вот это. Выедайте пеньки. Не то нажал. Это ты вообще не то нажал. Во. Пенечек, 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 пенечек. Это все надо убрать. Иначе деревья новенькие не появятся. Оп, пропустил одно. Вроде только одно. Да-да-да. Так, ну что, строят? Вроде строят, нормально все. Возможно, скорее всего, надо еще, пока не поздно, вот здесь вот еще парочку шлюзов поставить.
Думаю, как раз будет нормально. Шлюзик. Так. Во. Думаю, этого будет достаточно. Не уверен, конечно. Поток воды не сильно сильный, не очень быстрый. Возможно, они исправятся. В крайнем случае, можно будет что-то разломать и закрыть дамбой. Простой. Что-то как-то эффективность прям упала капитально. Вашей этой вот деятельности, ребятки. Ай, блин, я дурак. И толку с этой, то, что ты построил. Ага. Не-не-не, все нормально. Дурак, да не совсем. Просто надо здесь провести дорогу и поставить еще немного дамб. Ты не то берешь? Это все равно не то? Вот так. А так будет лучше. Так, что тут у нас? Носит. Бревен надо очень много, поэтому и носить надо долго. Так, у нас производство бревен вообще открыто или нет? А сколько, в смысле, досок? А, ну пока есть. Шестеренок. У нас завод работает по производству шестеренок. Один. Давай-ка я открою вакансию и открою производство досок. Вот так-то лучше. Так, ну и здесь у нас что-то на паузе стоит. Что это у нас тут такое? Бумажный завод. Ну, бумаги у нас вроде бы не так уж и мало. Но, судя меня, зная себя и мои аппетиты, мы будем очень много. Так тут уже все выжрали, если можно так выразиться. Почти все. Так, хорошо. Картошечку они посадили. Так, куда-куда? Достаете? А, нормально. А здесь тогда бабахнем подсолнух. Ну, где сможем, конечно. Во. Как-то так будет. Короче. Потом выровняемся, что картошки, и ровно сделаем. Пока пускай будет так. Пока бревна не убрали. Пока то все. Ух, какое стадо несется. Ну что, стройка идет? На самом-то деле. Ты же достаешь сюда? Достает, просто он еще. Он еще не справился со своей задачей. Бобрик. Он бедненький, один не успевает. Они сожрали. Он посадил. Пока они жрут, он садит. Ну, древесина быстро растет. Ничего не скажешь. Подсочники без работы остались. Я все выжрал. А сюда вы не достаете, да? Совсем даже нет. Так, а здесь же подсочников. В смысле, нет смысла их ставить здесь подсочников. Только тут только желуди. И все. Для сока этого надо что-то другое. Так, а эти деревья у нас как насчет выгрести? Они вообще не назначены, серьезно? Как так-то? Ну вот. Давай сюда подсолнух. О, постепенно выравнивается что-то. Ладно, подожди, я натупил тут. Давай сюда картофель. Блин, это надо сначала отменить. Вот это. Во, а теперь посадить. А, пока это не убрали, блин, тонет. Это ёшкин кот. Ну, может, уберут? Как вырастет? Не факт, конечно, но, блин, кто его знает-то. Так, ну чего там? Я забыл про этих. А, я их вообще отправил, но обратно не привел. Так, мне надо уже будет 5 человек сюда.
Один даже дом еще построили, молодцы. Правда, дерева уже нету слова совсем. Не, ну там три бревна лежит, но это не дело. Или четыре, не три. Это не дело. Ладно, сейчас, сейчас утречком погоним их туда. Медленно, ребятки, вы что-то работаете. А что такое? Вот эти... вот эти, наверное, не достают аж туда. Скорее всего. Ну, конечно, для них уже слишком далеко сюда. Работают только вот эти. Четверо. И то для них уже... тоже далековато получается. Но пока все еще работает. Скорее всего, в этом сезоне мы даже не успеем достроить. Бревен у нас хватает, а вот рук не хватает. Рабочих. Девятьсот четырнадцать. В смысле, больше стало, что ли? А, или 918 было. Или 800 с чем-то было. Что-то я вот затрудняюсь ответить. Так, стоп. Хватит свистеть, перегоняй этих бобров туда. Так, мне нужна пятерочка. Ну-ка, побежали бобрики. Молодцы, давайте, давайте. Строим, берем. Ягоды собираем. Ты что сидишь? Склада нет? Да, у него забито все, ёшкин кот. Ну ничего страшного, мы можем влепить и склад. Правда, у нас дерева нет. А так все нормально. Давай поставим небольшой склад. Ну хотя бы вот так. У меня был краш игры. Я, слава богу, тут автосохранений много. Пришлось немножко отмотать назад и... Так, они безработные, да, в смысле сейчас. Убираем их ночью, утром новеньких пригоним. Прям с самого утра надо их брать. Я все время забываю за это. Ну, стройка идет. Медленно, конечно, но идет. Так, побежали. Пейте воду. Значков нету, ешьте. Все. Гоним их туда. Пятерочку. Переселенцев. Так, ну этот доски пошел. Нет. А что происходит? Бобер есть? А, надо, значит, 6, а не 5. Давайте еще одного подкинем. Не проблема, скажем так. Будет тебе кому колесо крутить. А, дороги, говоришь, нету. А без дороги прям пойти нельзя, да? Ну, пожалуйста, тебе дорога. Так, а походу один все-таки лишний. Один чижик остался в неудел, блин. Ну давай, одного заберем отсюда. Ты смотри, что-то потихонечку налаживается так. Ты там доску не доделал? Вот хулиган. Не мог доску доделать. Так, все, убираем их отсюда, пока они не сдохли. Сколько там их? 5 должно быть, если я не ошибаюсь. Все убежали вроде. Вроде как все. Блин, тут подвижка идет, но крайне. Правда, и проект не маленький. Но идет. Работа идет. Кстати, они даже уже здесь сделали. Как-то не, нет, они по плану у них идет. Ну да и ладно, главное, что строят. Так, ну здесь они потом, скорее всего, займутся. Так, у нас производство тут
Доса 240, бумаги много уже. 300 штук как сделать, надо будет остановить. 300 взрывчатки, это будет очень прилично. Так. Посмотрим, что будет. Они соберут сами или надо будет им назначить, чтобы не убрали это? Жареный картофель столько-то. Да, картофель прям в дефиците. Они прям любят картофель. Может, подсолнухи вообще отсюда половину убрать, а? Как они сейчас уберут? Кстати, мне говорили за фермы, что надо ставить приоритет. Не то. А, вот. Посев выбрано, все правильно. А здесь, кстати, приоритет можно поставить картофель. Во. Картофель, это хорошо. Ну да, все нормально. Тут захватывает. Дорогу, кстати, можно убрать будет отсюда. Опа, вот и засуха. Ну да, как всегда. Я не успел. Вода здесь не задержится, потому что тут слишком большая дыра. Но ничего страшного, они будут продолжать рыть. Деревья будут расти. Так, я смотрю, что это успевает, что лесок собрать или нет. Не, ну у нас как бы есть. Где он там? Вот он, да. Да елки-палки, держишься там. 242. Малые есть. Так что нормально. Возможно, они сюда достать не могут. Может, дорогу надо провести? Либо я что-то не понял. Давай так сделаем. Хотя нет, они отсюда могут спокойно кидать. Сколько там? А, просто бревен не хватает. Шестеренок 144 штуки. Ну, неплохо. Ветер кончился. Наверное. Ну, не наверное, да? О, появился ветер. Так, а ты опять про это самое... Просвистел и ничего не послал сюда никого. Так, сейчас все побегут, резко попьют. Так. И пятерочку можно будет туда послать. Вроде пятерочки хватает, если ничего не путаю. Так, ну на склад у нас ничего не хватит, да? 15 бревен. Ты куда? А, стох, ты красавчик, слушай. Они уже сюда начали ступеньки таскать. Вниз, так это же замечательно. Потихоньку что-то налаживается. Здесь такая большая территория, блин. А вода не добирается сюда. Я мог бы деревья посадить, но, увы, и ах. Может быть, здесь деревья посадить, так это не будут собирать здесь. Он только вот до сюда доходит и все. Блин. И так плохо, и это плохо. И воды нет нифига. Так, гоним их обратно. Пятерочку. Пятерочка пришла. Пятерочка ушла. Материалы у нас прилично на самом-то деле. Уже почти 300 бумаги. Я думаю, нам пока хватит. Остановим производство бумаги. Куда нам столько бумаги? А вот наука неплохо так идет. А чё мы не работаем? Бобрик, ты чё спишь? Склады забиты, хочешь сказать? Или что? Или где? Или куда? О, кстати, 891. Странно. Куда теперь ягоды эти девать, блин? Перестать выращивать еду, чтобы они ягоды пожрали? Это, блин, такой стрёмный...
на самом-то деле. Можно, конечно... А сколько бумаги здесь не сушить? Медленно все делается, вообще не делается. Походу склады забиты, потому что надо здесь склад поставить. Хотя бы простенький склад. Вот такой вот. Так, ну да. Мы уже не успеем ничего. Засуха пошла, да? 8 дней. Долго. Давайте, ребята, заделывайте. Давайте, вода уже остановилась. Блин, надо было перекрыть шлюз полностью. Чтобы отсюда вода не вытекала. А по-моему, она уже и вытекла. Вот я забыл, блин. Блин, надеюсь, они выживут. Ну, кто-то выживет. Давайте стройте, ребятки. Правда, они, конечно, уже не успеют нифига сделать. Слишком дофига носить всего надо. Доски 5 штучек. О. Здравствуйте, я ваша тетя. Вода ушла. Ну, пока мы не бедствуем насчет воды. Она как бы бочки полная, ну почти полная. А тут даже забитая есть. Каштанчики эти. Так, вот здесь вот у нас это уже вещь не... ненужная мне. Деревьев-то нет. Так, картофель. Почему не садим? Потому что кто-то не назначил, чтобы они посадили картофель. Кстати, подсолнух вырос. Между прочим. Так. Сюда садим подсолнух. О. Будем надеяться, они сейчас уберут его. Но картофель у них прям в почете. Ох, бумагу не заметил. Пауза. На, картофель быстро созревает. А доски пускай делают, пожалуйста. Доски и шестерни пускай печатают. Так, а ты отправил туда людей или опять забыл? Или опять забыл? Ничего страшного, с утра прямо отправим. Тут уже как бы подросло, могли бы и собирать. Если что. Итого, сколько у нас здесь? 46 науки. Уже неплохо. Я бы даже на самом деле бы еще одну обсерваторию поставил. И дорогу проведем. Так. Посмотрим, что у нас. Сколько там очков надо, говоришь, на науку, на косарь. Придется пожертвовать косарем. О. Вот здесь поставим. А что там такое, я не понял. Повернись. Чего нельзя сюда поставить? Чего тебе там мешает, я не понял. Чего же тебе не мешает-то? Ну ладно, тогда-то то ли сюда. Так, и дорогу. И дорогу. У вас, ребятки, будет работа. Потом, как закончите дамбу. Дамбу уже так неплохо, на самом деле. Смотрится. А, они здесь не смогут пройти. В натуре два вагона.
Я только сейчас, до меня только это сейчас дошло, что они не могут спуститься вниз. Ёж, твою медь. Ничего страшного. Мы сейчас это все дело исправим. Вот так вот. Пожалуйста, ходите. Сколько хотите. Они через этот аниме, я думаю, что такое работа стопорнулась. Семён Семёныч, блин, опять я забыл отправить туда 5 человек. Поздновато продолжит, целый день начался, но... Что-то могут еще успеть сделать. Как минимум пару досочек распилить. Хотя бы еще две. Сюда, туда. Нормально все будет. Тут склад забитый, еда у вас есть. Вот с водой беда. С водой беда, короче говоря. Так, пятерочка пришла. Пятерочка ушла. Так, а тут, как всегда, все высохло. Иди же, пассатижи. Так, вот здесь вы, ребятки, подсолнух. На подсолнух вам приоритет быстренько. Ну, чтобы успели собрать хотя бы то, что есть. Погибает все, к сожалению. Но мы, в принципе, фермерский дом можем поставить и здесь еще один. Нам, как говорится, никто не запрещает это делать. Вот здесь, вот, например, как раз и дорога тут есть. Что там надо? Вот это вот платформа. Сколько она там? Раз, два, четыре квадратика занимает, если ничего не путаю. Путаешь. Ничего страшного, еще парочку. Так, это у нас фермерский дом, во. И дорожка. Вот так вот. Тут я смотрю, не-не, когда мы вот эту дамбу большую сделаем, у нас будет уровень воды общий здесь. Так что нормально будет. Сколько еще? 4,5 дня. Ё-моё, вода у нас уже... Блин, потихоньку заканчивается. Но! У нас же есть немножко воды в шлюзе. Так что мы можем напустить в насосы воды. Хорош. И, так сказать, добавить количество воды в бочки. Так, они так еще нифига не построили, они фундамент построили. Деревья растут, это не может не радовать. Правда, здесь нет, потому что здесь нет воды, но... Если, блин, не будет хватать, придется еще расширить вот здесь вот такую дамбу. И эту часть... Да не буду перестраивать просто. Просто вот этот шлюз будет заливать сюда воду, нормально. Пойдет. Хотя придется еще один где-то шлюз поставить. Ну, короче, потом посмотрим. Пока это все разговоры. Вы высосали воду, козлы? Нате вам еще чуть-чуть воды. Хватит. Надо экономить еще аж... Еще 3 дня впереди. Так, а тут я опять никого не послал, да? Само собой. Само собой. Блин, фух, сразу все пересохло. Ну, блин, а. Ну, давай еще немножко. Прям капельку. Хватит пока. Порциями будем воду давать, а что делать? Тут-то у нас нет запаса воды. О, кстати, что это, как они? А, они понизу начали ходить. Молодцы. Наконец они достроили, теперь могут бегать здесь. В принципе, дорогу я не думаю, что им нужна дорога. Сюда. Ну, я могу сделать. Мне не тяжело.
Вот даже вот так вам сделаю, чтобы до меня было подходить. Так, что по воде? Вода кончилась. А здесь запас воды уже на критическом уровне. Еще разочек можно тебе пульнуть, и все, и больше не дам. И то вот так чуть-чуть. И то много не дам. Как тут? Нормально. Давай еще капельку. Оп, закрыл. Налилось? В смысле? А, все, понятно, уже не достает. Уже облом не достает. Надо будет перестроить, наверное. Я не буду перестраивать, пускай так и будет все. Сколько дней? Еще 2 дня, блин. А воды уже в бочках, считай, нет. Не, ну есть, но... А что это мы тут? А что вы делаете, кстати? Науку производят. Ну-ка, сейчас посмотрим. Как много вы ее производите, ребятки? Для работы нужна энергия, понял. Так, мы сейчас вам дадим ветрячок. Так, ветрячок. Ветрячок у нас вот тут вот. А сколько тебе надо? Энергии на выходе максимум 200 лошадиных сил. А сколько ты даешь? 200 лошадиных сил. Все четко. Диво поставить? Вот здесь давай поставим, может куда-то надо будет еще энергию протянуть. Да ладно. Не, давай все-таки здесь. Так, и вот эта вот соединительная штучка. Как тебе там вращать-то? Р. Да блин, не вижу ни хрена, во. Вот так вот. Бобрики. А, у вас другая задача поважнее есть. Ну, смотри, мы уже сделали неплохо, на самом-то деле. То есть, как вода пойдет, тут уже будет бассейн уже. Естественной воды вот здесь вот, которая не будет пока забираться отсюда, чтобы деревья росли. Да, бегать им приходится очень далеко, это факт. О, молодцы. Огурцы. Я опять туда никого не послал. Да мне сейчас нет смысла туда и посылать их. Серьезно. Здесь ничего нет, во-первых. Хотя бревна, по-моему... А, бревна уже все. Тогда, может быть, разрушить и дальше продлить. Вроде как зелененькая позволяет это сделать. Насколько далеко дорога идет? Ага, понял. Чётенько. А это можно удалить. Надеюсь, это сработает. Ну, только мы будем посылать... О, у нас уже практически... Вода есть? А, так мы пережили. Засохло, да? Высохло и умирает через 2 дня. О, не успеет. Не успеет умереть. А вот это, по-моему, погибло. Убито засухой, да. К сожалению. Красавчики. Вам еще один кубик доделать и все. Либо вы не можете до него дотянуться, он в углу находится. Хотя ниже-то они как-то сделали. Может, и верхний сделает. Бобрики. Вода есть? Блин, с утра будет уже засуха. А нет, тут немножко воды есть. В смысле, засуха, жажда у них будет. Они сейчас воду всю выпьют. О, отлично, вода пошла. Не умрешь? 0,2 дня. Блин. Умрет. Вода не дотечет. Вот, елки-палки. Ну где это там?
Ну ладно, новые посадят. Ну это, конечно, оно уже было с это. Сразу высохло все. И картофель. 0,9. Ну вот этот не засохнет. Блин, а у них что-то другой приоритет появился, или я... Так, эта стройка расположена слишком далеко от... Блин. Они просто тупо не могут сюда дойти. Они просто не могут сюда добраться. Ну ладно. Решим это, попробуем сейчас дамбой. Это не дамба. Мне надо именно плотина, то есть. Блин, придется так делать. Так, вода пошла, это хорошо. Куча стройматериала в лесу бабахать сейчас сюда. Вот такую запруду себе еще сделаем тут. Дополнительную. О. Дорога. И вот так вот мы это дело все решим. Вода сюда будет затекать. Но не будет вытекать, да? Но не будет вытекать. Вот все-таки один шлюз. Так, ну, пока не топит, уже хорошо. Кто сказал, что не топит? Ой, налево. Так, здесь сколько? Полностью открыть. Уровень 0. Йох. Понятно. Все понятно. Хьюстон, у нас проблема. Так, убираем дорогу. Убираем дамбу. То же самое дорогу. То же самое убираем дамбу. Возможно, этого сейчас хватит. Но это не точно. Блин, 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 давай, давай, вода, уходи. Я затопил тут все-таки дренифени. Сильно большой уровень воды поднял. Прям капец, какой большой. Залил тут все. Эти не могут работать, потому что под водой вода не уходит. Ломай еще. Так. Я думаю, еще надо сломать. Так. Пропускная способность увеличилась. И... Нифига. Ты что натворил, идиот? Я не так поставил. На 0 надо было поставить. А не на 1. Валентин. Даром только расфигачил тут все. Ну, вода пошла, это хорошо. Ладно, тогда нас здесь дамбы будем ставить. Шлюзы, точнее говоря. О! Вот это другое дело. Что-то я тупанул. Чего-то я тут тупанул. Ну, ничего, зато я наполнил это озеро капитально. Даже здесь вон еще вода лишняя осталась. Так что нормально. Тут он сколько дерева выросло. О-о-о. Пока на следующий день уже пошлем сюда бобров. Подсолнух собрали. Отлично, красавцы. Так, значит, здесь картофель досаживаем. О! Блин. Чуть лишнее. Лишку хватанул. О. Ну вот, отлично. Что-то у нас будет.
И они уже даже что-то строить начали. Молодцы. Огурцы. Дамбу можно было бы, конечно, вот это вот и в приоритет, конечно, засандалить. Потому что, как начнется засуха, мне уже нужна дамба. В рабочем состоянии. В смысле вы по дороге плаваете? Вы чё? Ну давай, я тебе еще другую дорогу протяну. По дороге не плавают, вы чё? Давай вот так сделаю. Фу, дают. Так, ну нормально, нормально у нас. Как только надо будет перекрывать, как только у нас появится засуха, закрываем дамбу полностью. И все. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Людей посылай. Вот что у нас тут. Пускай доски делают и все такое прочее. Так, делаю пятерочку. Вперед. Так, побежали, побежали. Доски делаем. Отлично. На склад у нас нету нифига. Почему здесь никто не это? Не работает. Вот ты. Молодой человек. Не хотите пойти сюда поработать? Блин, где ваш район заканчивается? Да вот, нормально ж район. Ты охватываешь какого лешего? Ладно, отмени. Давай поставим другое поближе хотя бы чуть-чуть. Вот здесь. Бобер. Да твою ж налево. Но есть же рабочий один. Где? Что ты шастаешь и ни хрена не делаешь? Хотя вообще-то он делает. Так, а раз один шастает, ничего не делает, давай-ка мы сюда еще одну вакансию откроем. Нет. Он чем-то другим занимается. Что-то я ничего не понял. Что произошло? Давай ближе вот здесь поставим. Раз такое дело. Ты как отхватишь? Ну, наверное, вот это вот он заберет. Тогда это отмени. Что-то они не хотят нифига. Так, стоп, этих убери отсюда. Пока они не сдохли. Или они нормально еще. О, красавчик. Достроил. Ну вот. Ну вот. Понял. Выгрызаем дерево. Да иди же, пассатижи. Во. Так, а здесь? О, так ты сюда достаешь. Ну что-то здесь он, короче, заберет. Тут же есть? А почему никого нет? Алло. Но серьезно. Есть же вот свобода. Или это. А, это детеныш. Это детеныш, иди же, пассатижи. Где все взрослые делись? Работают. Так, вот ты. Чё сидишь? Ни хрена не делаешь. Иди он. Деревья руби. Во. Так, они захотели пить. Надо их отсюда угонять. Так, здесь пятерка. А тут единичка. Появилась детишка. Бегите, ешьте, пейте. А то, блин, еще засохну тут. Блин, у меня тут уже так аж игра начинает подлагивать. Так, отлично. Здесь все построено, и у нас ничего не топит. Это не может не радовать. Так, а если мы поставим на 0,5 сейчас? Не затопит ли нас при 0,5? Пока вроде все хорошо. А, что так резко вода медленнее стала течь? А, там наполняется. Он пока не переливается, ну чуть-чуть, местами. Это даже... Это не страшно, совсем не страшно.
У меня не переливается нигде, нет, вообще идеально. Все. На 0,5 я ставим пока что. Или все-таки залилось? Нет. Не, все хорошо. Так, опять один пропустил. Игровой. Что там уже, целый час видео идет. Надо завязывать. Оно очень, очень много весит. Очень. Где-то часов, чтобы не свистеть, 6. Загружается в YouTube. Каждая серия. Я ее не обрабатываю, ничего, потому что здесь нечего обрабатывать, вставлять нечего. Как есть, вылаживаю. Ну, в принципе, и хватит. Ну что ж, надо будет заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.